Трассы «Долины уюта» за два дня примут больше 100 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования практически со всей Мурманской области. Участников делят на категории в соответствии со своими физическими возможностями. Все спортсмены получат сувенирную продукцию, а победители и призеры – традиционные кубки и медали. У нас ребята ежегодно после вот этих соревнований, они являются отборочными, формируется сборная команда, и она принимает участие в российских соревнованиях. Более того, ранее, когда проходили всемирные игры, специальные олимпиады зимние, мы дважды принимали участие, наши ребята входили в состав сборной команды России. Один раз по бегу на снегоступах, другой раз это были лыжные гонки. Вот приезжали оттуда с медалями.